я не лезу в решение судей и даже не могу сказать, заслужено это или не заслужено, потому что не имею просто права морального такое говорить. Не имеешь морального права говорить и говоришь буквально за бой до этого вот эти вещи. Выиграет пояс, и он должен будет его защищать. И... Честно скажу, вот мне кажется, да, он возьмет его. То есть у тебя уже предвзятое отношение к бойцам, и ты для себя уже расставил приоритеты, мол, кто выиграет, кто нет. Как и в бою вот с парнем, твоим однофамильцем, который должен был драться против нашего бойца Амдина Акдодова, в котором, я уверен, более чем на 100%, который бы просто стер в тло твоего однофамильца и выбил бы его из гран-при, но ты под предлогом того, что якобы команда Урчтим больше не будет появляться у тебя на промоушене, спас его. Ты ему подал руку помощи, ладно, это пропустили момент и так далее, но ты ему находишь бойца из команды Ризвана, и, по моему мнению, боец выиграл твоего однофамильца уже просто тейкдаунами, просто проходами в ноги, просто бросками. И у вас правила смешанных единоборств, и это должно учитываться. Он чисто на тейкдаунах его выиграл во все раунды. Я не знаю, как у вас ведется счет, или там ты имеешь какое-то влияние, если скажешь, что этот выиграл. Скорее всего, да, ты имеешь, ну, естественно, ты имеешь там влияние, потому что ты глава промоушена, но ты не совсем объективен. Ты спас своего однофамильца второй раз. Ну, третий раз его по-любому кто-то уберет, и ты его не сможешь спасти. Так что наше дело, промоушен, наше дело, большими буквами, продажное, лицемерное, как и его ведущий и глава Артур Арутюнян и соведущий Артемка Тарасов.